Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Фай, давненько не слышались, у нас 24 мая, выходит новое обновление Доты, давайте с вами на него посмотрим. Весело оно, к слову, 500 мегабайт, что довольно-таки много. Повторюсь, сейчас это с вами все дело разберем, перед этим напомню, что вы можете подписаться на канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных актуальных новостей вокруг Доты, поставить лайки, ну и, конечно же, еще можете зайти в ТГ-канал, буду дропать туда сеты с мастерской в преддверии выхода новой сокровищницы. Что касается данного обновления... Я думаю, уже заметили, что у нас тут мелькает 42 новых клуба поддержки. И действительно добавили у нас их, по сути, основной пласт. То есть теперь большинство команд имеют, соответственно, свои клубы поддержки. Если до этого не было каких-нибудь Team Spirit'ов и тому подобное, сейчас это все дело появилось. Цены все те же 65, 30, 125 и 645. Напомню, что важно, все клубы поддержки длятся около 3 месяцев. Закончатся они 10.07. Так что будьте внимательны при покупке. Ну и, соответственно, давайте еще чекнем самое интересное быстренько. У спиритов выглядит это дело как-то так вот. Красава, респект. Здорово, бандиты. Ты умер, да? Ну, ничего страшного, бывает. Ну, у спирита вроде как не особо интересные, а вот у бэдбум довольно-таки токсичные и рофильные. Продано. Чел, ты видел мой КД? У тебя есть вопросы? Какой тут ММР? Ну и очевидно, все 42 чекать смысла нету, можете зайти сами почекать, в принципе, по сути, обновление это все. Ну, конечно же, еще пласты локализации и, возможно, какие-нибудь фиксы, но с момента патча чуть ли... Не в каждой обнове Valve делают какие-то фиксы. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.